Кира. Что-то мне надоело на площадке бегать, прыгать. Давай лучше пойдем в бассейне поплаваем. Ну, может быть, хотя бы пару раз еще с горки скатимся, а потом пойдем. Да нет, я уже не хочу. Надоело. Очень даже жаль. Сейчас еще слишком рано. Вода даже не прогрелась в бассейне. Как там плавать-то? Она холодная. Тем даже лучше. Закаленные с тобой будем. Пойдем в бассейн. Ну, ладно, пошли. Какой кошмар! Какой ужас! Даша, весь бассейн в какой-то грязи! Как? Этого не может быть! Бассейн грязный? Ну, как такое возможно? С вечера бассейн обязательно чистят, а сейчас только утро наступило. А ну-ка, Маша, отойди, да я сама посмотрю, а то вдруг тебе что-то мерещится или ты меня обманываешь, чтобы мы пошли на площадку. Конечно, конечно, иди сама посмотри, убедись в этом. Ёлки-палки, так это же трагедия целая, сколько мусора много, и кто же посмел его сюда набросать? Какой кошмар! Ну я же тебе говорила, а ты мне не верила. Мария! Ты сегодня такая необычайно красивая, такая блестящая. Давай сходим в бассейн поплаваем, а потом в кафе заглянем, перекусим что-нибудь. Ой, Панки, спасибо большое. Мне очень приятно, что тебе понравился мой наряд. Ну, это-то понятно, что понравился. Но как насчет бассейна? Ты хочешь покупаться? С удовольствием, Панки. Тем более становится очень жарко. Я тебе сейчас такие новые трюки, Мария, покажу. Просто зашатаешься. А вы куда это, голубки, идете? Если плавать, то можете разворачиваться и пёхать отсюда, потому что бассейн кто-то испортил. Он весь грязный. Привет, привет, Даша, Маша. Мы тоже очень рады вас видеть. А что такое? Кто смог его испортить? Вроде бы утро только, а с вечера бассейн всегда убирают. И вам привет, ребята. Вы уж на меня не обижайтесь. Просто я так хотела плавать. Мы пришли с Машей, а там все в грязи. Ужас какой-то. И кто посмел это сделать? Кстати, а вы давно уже в парке? Мы только что пришли в парк и решили пойти искупаться. Ну, конечно же, это не вы были. Естественно, это кто-то сделал другой. Тот, кто хочет плавать, никогда не будет засорять бассейн. Да, конечно же, девчонки. Неужели вы думаете, что это мы сделали? Мы бы так не поступили. Мы порядочные ребята. Ну, знаете ли, убедиться никогда не повредит. Ого-го, вот это засер. Совсем неблагородно поступили. Но кто же смог так сделать? Девчонки, мне кажется, мы сами сможем убрать бассейн. Тем более все приспособления есть. Ну, давайте тогда скорее приступим к уборке, пока ворчливый дедушка не пришел, а то он нас во всем обвинит. Да, конечно, давайте, давайте, только по ведро мне, и я начну убираться, а вы здесь будьте. Но как же, Панки, мы тоже готовы тебе помочь. Не волнуйся, Мария, если мне потребуется ваша помощь, я обязательно вас позову. Ребята, может быть, хватит болтать, давайте скорее приступим, а то время-то идет, вот-вот уже дедушка придет и остальные лолики. Панки, Панки, смотри, я нашла ведерочко, куда мы можем складывать мусор. Замечательно, Мария. Неси его скорее сюда. Я уже буду приступать к работе. Несу, несу, Панки. Спасибо, Мария. Так, девчонки, я сейчас полезу в воду, а вы будете здесь. Если что, я к вам обращусь. Только, Панки, пожалуйста, будь осторожен. Я надеюсь, что этот мусор не ядовит. Да какой там ядовит? Это обычный пластик. Набросал какой-то неумеха. Да какой же балбес все посмел это сюда набросать? Здесь придется хорошенько поработать, девчонки.
все, девчонки, практически весь мусор убран. Скоро будем плавать. Пойду только сейчас вот этот мусор выброшу, потом еще немножечко доберу, и все, все готово. Ура, Панки, какой же ты все-таки молодец. Вот это да, Панки, какой же идеальный бассейн. Внучата, чё-то я не понял, вы чего здесь делаете, сранья-то? Бассейн сегодня закрыт будет. Дедушка, доброе утро. А почему бассейн-то будет закрыт? С ним же все в порядке. Почему-то почему? В порядке? Это как в порядке? Там порядок бы навести надо, водичку всю поменять. А для чего там менять водичку? Она и так идеально чистая. Чистая, говоришь? А вот это мы сейчас и проверим. Ёк-макарёк, да как так-то? Тут же... Ой, чуть не проговорился. Водичка-то грязная была вроде бы вчера. Дедушка, дедушка, а вот это-то и странно, что с вечера водичка обязательно меняется. А мы пришли сегодня, а там была куча мусора. Вот мы все и убрали. Теперь бассейн абсолютно чистый, в нем можно спокойно плавать. О-хо-хо! Ну ладно, ребятушки, коль убрались, тогда давайте, плавайте, плавайте. Ну, наконец-то! Как же я долго этого ждала! Ой, придется и мне идти плавать. А так бы все это время на площадке можно было поиграть. Ну что, Мария, пойдем тогда искупаемся. А потом, как и договаривались, пойдем в кафе перекусим. С удовольствием, Панки, а то становится очень жарко. Ох, и ушлые эти ребятишки. Я-то специально туда мусор набросал, чтоб на сегодня бассейн закрыть. А то внучок мой, Максимушка, приболел немножко, но хочет плавать. А я не хочу, чтоб он еще больше заболел. Эх, не удался этот трюк. Придется как-то по-другому его уговаривать, не идти в бассейн. А, что уговаривать-то? Ремня как всыплю, сразу желание все отпадет. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.